Токен представляет. Здравствуйте всем, с вами Стокер. И сейчас я вам хочу показать обзор плюс распаковку на наушники Acma NM12. Ну, конечно, если я правильно произвел название этих наушников, в названии этого ролика вы и так видите, как эти наушники правильно называются. Это будет обзор плюс распаковка. Покупал я их на сайте розетка.ua у нас в Украине. И если кто хочет себе купить такие же наушники, сейчас я вам их покажу, то тогда ссылочка будет в описании на эти наушники на этом сайте. Если кто живет в Украине, то может их себе приобрести. Давайте теперь я вам их сейчас покажу. Так, вот такой вот пакетик был. Здесь у нас заказ. И вот сами наушники. Вообще я себе искал наушники, потому что старые у меня поломались. И вот я искал себе наушники и решил поискать на сайте Розетка, потому что там очень большой выбор наушников. И начал искать наушники. Я где-то решил искать вот где-то 300 до 500 гривен в этой ценовой категории, я и начал искать. Большие наушники почему-то практически все мне давят. Не знаю, почему у меня такие уши, но мне они почему-то давят. Где-то примерно из 100% 95% мне все давят. Где-то посижу там минут 5, 10, 15. 15-20, смотря какие наушники, и начинают давить. Потому я начал искать из наушников либо полузакрытых, либо открытых. Но ничего я не нашел. Нашел одни большие, ну точнее два варианта. Но один вариант я сразу отмел, потому что понял, что они мне будут давить. Вторые, в комментариях я прочитал, что они давят на шею, потому что они тяжелые. А плюс я знаю, что они мне будут давить, так что двойная боль. Потому я отказался. И вот я искал наушники. И случайно нашел эти наушники. Когда-то у меня уже раньше были, только у них вот эти вот амбушюры не оранжевые были, а желтые. Примерно где-то полтора года назад у меня были эти наушники. У них была проблема в том, где-то через год уже амбушюры порвались. Но я сделал из поролона сам. И около провод, где 3,5 мм, там у меня тоже уже стерлось. И я насквозь замотал и, в принципе, сидел. Если бы не мой кот, он был тогда просто маленький, любил грызть провода. Если бы не прогрыз, то до сих пор у меня были эти наушники. И вот я нашел эти же наушники и решил их купить. Ладно, давайте я сейчас их распакую, вам детально покажу, ну а после этого я уже их прослушаю и в конце скажу вам результат. Вот так вот выглядят эти наушники. Сзади у нас есть характеристики, сейчас я вам покажу. Пускай сфокусируется, если вдруг кто-то понимает и разбирается, то может прочитать. А теперь давайте их распакуем. После где-то примерно открывания минуты этих наушников я их разрезал и наконец-то открыл эту упаковку. А тут оно у нас открывается. Вот так вот. И вот так вот это все у нас снимается. Давайте и наушники. Эта бумажка, если честно, вообще непонятно, что такое. Это у нас то ли гарантийный талон. Да, от продавца. Теперь приступим к самим наушникам. Тут еще провод у нас запакован. Так что тоже придется открыть в таком пакетике. Два у нас джека 3,5 мм, один для наушников, один для микрофона. Вот таких вот. Ну и вот сами у нас наушники. Здесь вот регулятор громкости. С этой стороны регулятор громкости. А с этой стороны вкл-выкл микрофона. И вот такие наушники. Вот такой вот микрофон. Вот тут у нас пленочка присутствует. Вот сюда у нас микрофон выдвигается. Ну и так вот он двигается вот сюда. Амбушюры у нас мягкие, вот такого вот оранжевого цвета. Раньше были когда-то еще и желтого, но сейчас только лишь оранжевого. Здесь у нас ничего не написано, все у нас глянцевое и довольно-таки хорошо морается. Но если одеть наушники и не смотреть, то будет все нормально. Провод вот такой вот толщины. Сколько он по метрам, я точно не знаю. Достаточно. Метра полтора точно, наверное, а может даже и два есть. Кстати, наушники вот так вот регулируются. Вот так вот они регулируются, то есть вот это их вся высота. Ну, не знаю, у кого такие уши, но это вся высота этих наушников. Также, кроме этого, еще на самих вот этих вот наушниках двигается. Мы можем чуть-чуть, вам может быть, вот так вот, раз, видите, оно двигается, видите, раз. То есть под наклоном могут быть ваши наушники вот так вот, как вы хотите, можете здесь вот отрегулировать под ваши уши. Ну, в общем, все, теперь давайте я прослушаю вот эти вот наушники и вам скажу результат, как они звучат, как они на мне сидят. Все это вы сейчас услышите. Вот я прослушал эти наушники, теперь я вам могу сказать результат. Эти наушники на голове сидят хорошо, не давят, комфортно в них сидеть. Если вы даже сидите пару часов, то ваши уши не устают и не болят. А вот что
по поводу звука. Немножко звук внутри. Басы низкие частоты, это все нормально, но сам звук находится внутри. Если вы до этого сидели в наушниках, у которых звук сверху, то в этих наушниках, конечно, вам будет казаться, да, оно так и есть, что звук находится внутри. Я в этих наушниках посидел буквально пару минут и привык. Но у меня эти наушники были уже раньше, потому привыкать мне долго не пришлось. Но если у вас эти наушники впервые такие, то подольше будете привыкать. Ну а так, в принципе, наушники нормальные, на свою цену они оправдывают. Микрофон, хоть я и не проверял раньше, когда-то, когда у меня были такие же наушники, я микрофон проверял, для скайпа и онлайн игр подойдет. А если вы не придираетесь к звуку наушникам, ну лично по моему мнению, басов хотелось бы чуть-чуть побольше, но в принципе их достаточно, но я люблю, когда немного их побольше. Если вы разбираетесь в звуке, слушаете музыку, то, наверное, вам такие наушники не подойдут. Ну а если вам не важно, то эти наушники вам подойдут. Для онлайн игр, для общения в скайпе и также для прослушивания музыки, если вы не придирчивы, то вам подойдут эти наушники. Так что ссылочка будет внизу в описании на эти наушники. Покупайте и пользуйтесь, если вы с Украины. Ну а с вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Также заходите на мой лайв-канал, на мой канал Стокер Шоу. Ну и смотрите меня здесь, на основном канале. А с вами был Стокер. Всем пока, до следующего видео. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится.